В районе поворота на старый аэропорт перевернулась фура. Водитель большегруза утверждает, что виной всему стал другой автомобиль. Все произошло под мостом автомобильной развязки. Многотонный контейнеровоз шел на разворот. В какой-то момент фура резко накренилась в правую сторону. Через мгновение большегруз рухнул на проезжую часть, каким-то чудом не задев флиера и проезжающие рядом автомобили. Как утверждает водитель фуры, причиной аварии стал другой автомобиль. Подрезали, перевернулся. Подрезали просто? Да. Вот только ни свидетелей, ни видеофиксации случившегося у пострадавшей стороны нет. Отсутствует и факт столкновения с другим транспортным средством. Сам водитель отделался легким испугом и за помощью к врачам не обращался. К месту происшествия вызвали сотрудников пожарной охраны. Пришлось заливать проезжую часть пеной во избежание возгорания разлившегося по дороге топлива. Остается владельцам фуры вновь поставить ее на колеса, что сделать будет очень и очень непросто.